На Украине новый скандал с участием бывшего командира добровольческого батальона «Азов», а ныне депутата Рады от радикальной партии Игоря Мосийчука. На этот раз он устроил дебош в одной из больниц Луганской области. Ворвался в кабинет главврача и начал угрожать женщине расправой. Ему не понравилось, что она разрешила вывести из реанимации в здание суда раненого боевика подразделения «Айдар», обвиняемого в пытках ополченцев. После того, как видео попало в сеть, Мосийчук попытался оправдать свои нападки на главврача, заявив, что, цитирую, с огромным уважением относится ко всем медицинским работникам. Напомню, ранее генпрокуратура Украины завела на него уголовное дело по обвинению в похищении и пытках людей.